Всем привет! Не так давно один из моих подписчиков прислал мне на ТО катушечку Ультегра в старом корпусе, 3000 размер, в металлическом корпусе. Ничего как бы интересного в обслуживании этой катушки не было, кроме того, что добавили сюда два подшипника за место втулок. И все шло хорошо, пока я не дошел до разборки рукоятки. И случилась следующая неприятность. Дело в том, что катушка никогда не была на обслуживании, и вследствие этого набалдашник закис на резьбе оси. Фактически, по сути, раньше там стоял вот такой деревянный набалдашник, и при попытке его открутить, он попросту отломился. Вернее, отломилась резьба, на котором удерживался сам набалдашник. Было принято решение пойти в ближайший магазин и приобрести другую ручку, новую, но не тут-то было. Как вы знаете, большинство ручек крепится в корпусе катушки, вернее в главной шестерне, посредством такого вот штока. И в большинстве случаев он идет шестигранный. В данном же случае на катушке Ультегра этот шток, он четырехгранный. Проще говоря, квадрат. И в магазинах такого, к сожалению, не нашлось. Поначалу была идея выбить данную ось, попытаться разобрать покупной набалдашник таким же способом, но пришлось бы что там придумывать с токаркой, вытачивать другую ось. В общем, мы пошли более простым путем, а именно я пошел на AliExpress и нашел очень интересный вариант. Это тюнингованная ручка, полностью из нержавейки, с квадратом, и как нельзя лучше подошла она по всем размерам для данной катушки, как по вылету самого рычага, так и по диаметру, вернее по размеру квадрата, по посадке в главную шестерню. Но, к сожалению, у данного продавца не было самого набалдашника, его пришлось заказывать отдельно. И я решил все-таки приобрести тоже тюнингованный набалдашник, для того, чтобы у человека уже была полноценная современная катушка. К набалдашнику в комплекте идет куча всяких разных мелочевок приятных, а именно идет ось, это на случай, если вы захотите пойти таким путем, когда ось нужно поменять, но в самой ручке эта ось тоже съемная. В комплекте также идут два подшипника 4х7х2, 4х7х2,5, несколько втулок пластиковых, два винта, один для прикручивания самого набалдашника к оси и один для разбора самой ручки, то есть для извлечения и крепления оси. Ну и, конечно же, в комплекте несколько регулировочных шайб, что позволяет очень точно позиционировать сам набалдашник относительно ручки и убирая тем самым ненужные люфты. Что ж, осталось только все это дело собрать. Нанесем сюда небольшое количество смазки для того, чтобы исключить попадание воды и грязи. Установим подшипник, который потолще, потому что глубина шахты позволяет установить именно большой подшипник, более толстый. В любом случае, сейчас проверим легкость вращения после установки подшипника в свое место. И в случае, если будут какие-либо люфты, отрегулируем идущими в комплекте шайбочками. Так, закрутили ручку. Видим, что присутствует небольшой люфтик. Сейчас мы уберем его за счет шайб, которые входят в комплект. Итак, удалось нормально отрегулировать положение набалдашника. Как видите, люфтов нет. При этом сам набалдашник вращается очень-очень легко. Сейчас я заново откручу винт, установлю его на фиксатор резьбы и установим ручку в катушку. Все, ручка отлично вращается. Закручиваем колпачок и устанавливаем ручку на катушку.
катушка собрана. Выглядит достаточно современно, благодаря новой тюнингованной ручке. Где приобрести такую ручку, вы сможете посмотреть у меня по ссылкам ниже под видео. Еще в комплекте осталась ось, несколько втулок, парочка регулировочных шайб и один винт. Так что запчасти для данной катушки есть, но я не думаю, что с ней что-то случится. Все-таки это нержавейка. Качество всех материалов на высоте и стоит тех денег, за которые я приобрел эти комплектующие. Ну а вы, если пожелаете для себя тюнинговать свою катушку таким образом, посмотрите у меня под видео ссылочки. Продавец проверенный, все дошло вовремя. Поэтому, кому интересно, приобретайте. На этом, в принципе, все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, обязательно поставьте колокольчик для того, чтобы не пропускать новых видео. Всем удачи, всем пока!